Сегодня поговорим о земноводных как особой группе животных, об их особенностях и среде обитания. Вы узнаете о земноводных, обитающих в Беларуси, и с легкостью научитесь различать лягушку и жабу по характерным признакам. Определим роль лягушек и жаб в природе и для человека. Убедимся в потребности в бережном отношении к этой группе животных. Земноводные. Чем интересно это слово? Как вы понимаете значение этого слова? Кто относится к земноводным? Это такие животные, которые часть своей жизни проводят на суше, а часть в воде. Называют их земноводными из-за среды обитания. Лягушка, жаба, тритон. В Беларуси распространены жабы-жерлянки и лягушки-квакши. Их считают самыми красивыми из всех земноводных. Некоторые любители держат квакш как домашних животных. Квакши лазают по деревьям, как акробаты, перепрыгивая с листа на лист. Подумайте, достаточно ли только этого признака? Живут ли на суше и в воде другие животные? Да, другие представители животных, например, лебеди, утки, бобры, черепахи, могут жить на суше и в воде. Но это не земноводные. Значит, этот признак хоть и правильный, но недостаточный. Обратите внимание на то, чем покрыто тело лебеди, бобра, жабы. Перьевой покров, меховой покров и голая кожа. Почему же природа так обделила жабу и лягушку? Оказывается, что у земноводных в дыхании участвует кожа. Чтобы обеспечить организм воздухом под водой, эти животные дышат и через кожу. Очень трудно было бы это сделать, имея перьевой или меховой покров. А чтобы земноводным было легче дышать через кожу, она всегда влажная, покрыта слизью. Эта слизь одновременно защищает животных от микробов и при испарении охлаждает поверхность тела, оберегая от перегрева. Из такой слизи делают антибиотики. Люди использовали лягушек в старину как своеобразный холодильник, бросали их в жбан с молоком, и оно долго не прокисало. Отмечается, что природа вовсе не обделила этих животных, а очень мудро все устроила. Все земноводные рождаются в воде. В раннем возрасте все они живут в воде и дышат жабрами, подобно рыбам. Когда же малыши-головастики подрастут, они теряют жабры и начинают дышать легкими, как и все наземные животные. В зависимости от мест обитания лягушки приспособились окладывать икру в разные места. Озерные лягушки цепляют икру за травинки. Лягушки-квакши устраивают на деревьях маленькие водоемы или строят водоем из листочков. Есть такие, которые носят икру на спине или во рту. Прочтите информацию в учебнике на странице 84-85. Ребята, помните Клаву из мультфильма про Лунтика? Кто же она, лягушка или жаба? Давайте вместе разбираться. Предлагаю вам подумать и вместе определить, чем похожи и чем отличаются лягушки и жабы. Строение тела. Конечности лягушки длинные и сильные. Задние ноги длиннее передних, между пальцами перепонки. Конечности жабы короче, слабее. Передние и задние конечности равны. Форма головы лягушки заостренная, форма головы жабы округлая. Кожа лягушки гладкая, всегда мокрая и блестящая. Кожа у жабы бугорчатая, более сухая и грубая. Сверху спинка лягушки имеет оливковый оттенок с темными пятнами и светлой полосой. Брюшко серовато-белого цвета. У жабы окрас темно-коричневый, серый, оливковый, песчаный. Интересно, кожа прикреплена к телу лягушки только в нескольких местах. Она как бы одета в свободный халат. Переодевает лягушка его 4 раза в год и почти всякий раз съедает это свое поношенное платье. Сперва появляется длинная трещина вдоль спинки и на грудке, потом лягушка стягивает старую кожу, свежая кожа ярче, чище, как новое платье. Передвигается лягушка по суше легко и хорошо прыгает. Жаба ползает, делает короткие прыжки.
Лягушка отлично плавает брасом, жаба хуже. Интересно, жаба, спасаясь от врагов, выделяет через кожу беловатую жгучую едкую жидкость. В мире существует 450 видов жаб. Камышовая жаба занесена в Красную книгу Республики Беларусь. Лягушки и жабы – интересные и полезные животные. Они уничтожают вредных насекомых в 5 раз больше, чем птицы, а это огромное количество. Недаром крестьяне приносили и выпускали их в огороды и даже продавали за большие деньги. Их называют верными друзьями огородников. Все взрослые земноводные, хищные животные, охотятся с помощью длинного липкого языка. Движения языка очень быстрые, в секунду может выбросить и втянуть его более 10 раз на расстоянии 8 или 10 сантиметров. Прочтите информацию в учебнике на странице 86-87 и в книге для чтения на странице 140-145. Ребята, какой вывод можно сделать о том, кто клава, жаба или лягушка? Правильно, конечно, лягушка. Теперь вы можете легко различать этих земноводных. Предлагаю вам подумать и ответить, о ком идет речь. Можно поставить видео на паузу. Проверьте себя. Во Франции и Японии жабе поставлены памятники, дань уважения и признательности врачей и биологов всего мира. Хвостатыми представителями земноводных являются тритоны и саламандры. В Беларуси встречается 2 вида тритона – обыкновенный и гребенчатый. Чем больше хвост такого земноводного, тем дольше может находиться под водой. Саламандра очень похожа на ящерицу, окраска ее блестящая черная с ярко-желтыми пятнами. Тритон и саламандра – полезные животные, уничтожающие большое количество комаров. У земноводных есть и другое название – амфибии. Отсканируйте QR-код и выполните тренировочное упражнение Learning Apps.